Всем привет, вы на канале спортклуба НКС Байкал, с вами Александров Евгений. И сегодня мы разберем несколько смертных грехов для спортсмена, который выходит на ринг. Что? Почему смертных? Потому что своими действиями он может похоронить свою спортивную карьеру и карьеру тренера. Итак, это очередное видео о единоборствах. Погнали! Во время отбора спортсменов для соревнований. Подраться хочешь? Нет, не очень. Но когда меня кто спрашивает? Вот-вот. Тренера иногда забывают провести воспитательную работу. Необходимо выстраивать педагогический процесс так, чтобы боец не допускал эти ошибки. Первая и самая главная ошибка – это неуважение к своему сопернику. Нельзя путать профессиональный и любительский спорт. В профессиональном спорте спортсмены намеренно ведут себя неуважительно, создают конфликт для того, чтобы как можно больше привлечь внимание к своему поединку. От этого зависят гонорары и выплаты спортсменам. И иногда спортсмены, выходя на любительский ринг, пытаются вести себя так же. Толкают соперника, неуважительно относятся к нему, к судьям. Проявляют агрессию, и, конечно же, это наказывается сначала замечаниями и предупреждениями в бою, а потом дисквалификацией с поединка и соревнований в целом. Почему так происходит? Потому что цели и задачи любительского массового спорта – это физическое совершенствование людей, их идейное, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. Где на первый план выходит дисциплина. Второе, что запрещено делать на соревнованиях – это апеллировать к судьям. Другими словами, оспаривать их действия, и это касается как бойца, так и представителя. И кто-то скажет, а что судьи не ошибаются, почему нельзя выразить свою точку зрения? Если каждый начнет что-то объяснять на ринге и рассказывать, почему он выигрывает, ну, это место поединка просто превратится в базар. Спортсмены зачастую жестами начинают показывать, апеллировать к судьям. Представитель может кричать, спорить. Что, в общем-то, оказывает давление на судей, а судейство должно быть беспристрастным. Поэтому все разговоры и споры во время поединка запрещены, но у представителя есть 15 минут после поединка, чтобы подать жалобу или протест в письменном виде главному судье соревнований. Ну и надо не забывать, что судьи – это бывшие спортсмены, которые прошли спортивную карьеру, у них имеется опыт, а они обучались. Поэтому представители, спортсмены, также зрители не должны ставить под сомнение авторитет судейской коллегии. Надо не забывать, что когда спортсмен заявляется на соревнования, он де-факто принимает все требования и условия по виду спорта и данных соревнований. И кричать потом на ринге, что он не согласен с чем-то, это уже поздно. Следующее, что неприемлемое на любительских соревнованиях, это жестокость спортсмена. То есть намеренные технические действия, которые могут привести к тяжелой травме его соперника. Любительский спорт направлен на воспитание и развитие человека, поэтому профилактика травматизма занимает отдельную статью в правилах соревнований. Оттуда запрет на выполнение травмоопасных приемов, например, выполнение болевого приема рывком, что может привести к перелому руки, либо бросок соперника на голову. Все это наказуемо вплоть до дисквалификации с соревнований. Следующие недопустимые действия для бойца – это потеря контроля над собой. Не один раз наблюдал на соревнованиях истеричные действия спортсмена, либо его представителя в результате каких-то оценок судей, либо поражения. Однажды на соревнованиях наблюдал такую картину, боец проиграл на ринге, и после этого его ловила целая команда, чтобы успокоить. Естественно, за этим наблюдал весь зрительный зал, и сразу же появляются вопросы к тренеру, к его воспитательной работе. Конечно, в таких случаях наказывается не только спортсмен, но и его тренер. Надеюсь, это видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и тренируйтесь вместе с нами.